В общем, погода прекрасная. Река Воронеж. Но что-то не клюет вообще. Кроме мелких соболей на удочку размером с полладошки. Пока ничего не клевало. На Донку тоже тишина. Но погодка супер. Фух. Градусов 20, наверное. Что для 18 октября, это, конечно, немножко странно. Очень красиво, тепло, приятно. Но не клюет. Видимо, нужен мотыль. Мотыля у меня нету. Вода уже прохладная. Если бы был мотыль, я думаю, лучше были, конечно, результаты. А так с червем и опарышем. Ну, не очень. Нехорошо пока. Конечно, здесь осенью приятнее находиться. Вот я летом, когда здесь был, вода вообще полностью зеленая была. Как жижа какая-то просто текла. А сейчас здесь приятно находиться. Вода не такая мерзкая. Малька очень много вот плавает здесь. Птички всякие, вороны кричат. В общем, интересно. Находиться приятно. Последние дни, можно сказать, теплой погоды. Хотя, в общем-то, числа, наверное, с 5 октября очень тепло. Был момент, что казалось, вот все, уже зима пришла, а на самом деле и сейчас очень даже хорошо тепло. Ну что ж, если ничего не клюет, будем ловить селявку. Соболиков. Гениальную белую рыбку. Ну, уклейку, еще по-научному. Ух ты. Вот это было интересно. Что это такое интересно было? Да, что-то есть. Подлещичек. Так, рыба что-то совсем перестала клевать, зато самолеты разлетались. Вообще просто кошмар. Может быть, из-за этого гула рыба боится вообще подходить к наживке. Хотя, конечно, вряд ли, но гул такой серьезный прям. Поймал супер-мега уклейку. После очень длительного перерыва. Пока все. Поклевок больше не было. Короче, навидалась ко мне сейчас выдра. Или хорек, я не знаю, как правильно там они называются. Ну и, в общем, прямо в наглую выловила вот здесь небольшую рыбку. Отгрызла ей голову. И убежала. Вон она, там она бегает до сих пор. Все, нырнула под кустики. Не знаю, может быть, еще выбежит.
Не богат мой улов. Целый вот такой вот подлещичек. Подлещичек, я даже не знаю, кто это. Да, подлещичек. В общем, пускай выплывает. По-добру, по-здорову. Плыви, дорогой. И огромнейшая уклеечка. Которую я тоже сейчас выпущу. Пускай плывет. Клёва вообще никакого. Да. Клёва вообще никакого. Ну что делать, оно весь год в этом году не клюет и не собирается. Ну ладно, что, буду собираться потихоньку. Зато природа классная. А сегодня уже 18 октября. Да, и стаи ворон на полях, на убранных уже. Да, много их тут. Вообще нападут, еще съедят меня. Ох, а жирные-то какие.